Они отдают свое сердце детям. Педагог – одна из самых важных и благородных профессий. Учителя, воспитатели и наставники зажигают детские сердца жаждой знаний и новых открытий, помогают сориентироваться в нравственных и культурных координатах, передают жизненный опыт поколений. Сергей Федорович Немков работает педагогом более 30 лет. В школе ему очень нравилось изучать историю, поэтому Сергей Федорович поступил в педагогический вуз по любимому направлению. Сам себя он называет фанатом истории. Я рад, что все-таки выбрал эту профессию. Я считаю, что это одна из самых лучших профессий. Благодарная такая профессия. Особенно, когда встречаешь выпускников, своих бывших учеников, которые благодарят за то, что чем-то помог, да, чему-то научил. И чего-то они достигли в жизни благодаря моим усилиям. 2023 год президент объявил годом педагога и наставника. В это время с большой торжественностью чествуют всех, кто учит и воспитывает подрастающее поколение. В связи с Днем работников дошкольного образования и приближающимся праздником Дня учителя в Драматическом театре прошел торжественный вечер для учителей и воспитателей Сарова. Отдавать частичку себя и своей души детям – это высшая степень служения человечеству. И пример этого служения – это вы. И поэтому, конечно, я желаю вам сохранять это неравнодушие, преданность, умение любить, понимать, принимать и всегда приходить на помощь. Причем не только детям, но и друг другу. Отдельно хотелось бы поблагодарить педагогов-ветеранов, ведь вы, несмотря на все сложности, продолжаете осуществлять трудовую деятельность, передаете все ваши годами накопленные таланты и знания молодым педагогам, подрастающему поколению и являетесь для ними поистине настоящими авторитетами. Педагогов наградили грамотами от администрации и департамента образования. Саровская система образования активно сотрудничает с Российским федеральным ядерным центром. Департамент и предприятие совместно реализуют порядка 60 образовательных программ для школьников на базе школ, института и Дворца детского творчества. Благодарственные письма от РФЯЦВНИЕФ также вручили учителям и педагогам дополнительного образования. Учитель – это всегда звучит гордо. Ведь именно учитель для наших детей, для каждого из нас, каждого жителя страны делает все возможное и невозможное. Он действительно получается как лучик света. Он дает ему вектор, направление, куда ему дальше двигаться. И самое главное, она дает ему ориентир к его любви к будущей профессии. По завершении торжественной церемонии для педагогов преподнес подарок Саровский драматический театр. Премьерный показ нового спектакля «Женитьба Бальзаминова». Светлана Ернова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.